Всем привет, привет, привет. Мама что готовила? Да, здравствуйте, дорогие мои. В общем, я, жара жару и обид по расписанию. Здесь у меня там внизу находится отварная картошка. Я 3 картошины отварила, значит, я их порезала, посыпала. Чем я посыпала? Паприкой, специями посыпала. Я туда маленько масло налила, положила это туда. Значит, следующий у меня слой там лук. Я его посолила, посыпала. Следующий слой у меня идет фарш. Фарш у меня свинина, говядина и курица. Я его, посолила приправой там для курицы. Тоже вот разложила это все, сырой фарш. Значит, я здесь вот у меня маленько было майонезу, я залила майонез вот сюда вот. Этой вот. Маленько его расправила. Значит, дальше у меня что? У меня здесь идет остальная картошка, приправа. Здесь у меня чеснок, здесь у меня остатки лука. Здесь у меня вот я 2 небольших маленьких кабачка почистила. Сюда же потерла. Дальше присолила. Дальше у меня идет мили-тунели. Вот я маленько тут добавлю. Сюда я добавила красный перец сладкий. Опа. И сюда же я хочу добавить вот сырный соус такой. Соус майонезный сырный. Вот это вот. О, какой желтенький. Так. Сейчас я хочу вот это. Выпуска у меня включена. Все перемешаю. Сейчас посмотрю, что будет. Вот у меня картошка, лук. Вот такими вот я штучками разрезала, кусочками. Ну, это не важно. Нужно хоть чем, хоть как. У меня здесь что только фарш, он сырой. Еще маленько добавлю, чуть-чуть. И сверху буду закладывать эту духовочку. Оп, хорош. Хорош, еще на кто-нибудь останется. Так, зелень я не буду добавлять. У меня там еще вчерашний салат остался. И помидорки у меня будут. Свеженькие. Что, доча, пришла помогать Гале? Ой, молодец. Так. Опять, как всегда. Оближем пати. Вкусненько. Так. Буду вот сюда вот это все высыпать. Не высыпать, а выкладывать. Господи. Сейчас я все ложечкой можно. Поделю. Ровненько. Да что ты? Вот такая будет такого быстро. О, ровненько. Нюша. 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 Вот Нюша. Я сижу. Мел этот тебе ничего не оставил, наверное. А я и дала сосиску маленькую, она давай ее играть. Я забрала, отдала этому нашему мужичку. Так, ну в общем все это в духовочку сюда мы ставим. Опа! Угу. Ой. Дай решеточку. Ну не до готовности. Пусть 160 градусов пусть стоит. Да, готовности. Домашние помидоры. Домашние огурцы, как раз салатик заодно, масло, неплохое. Домашнее масло? Домашнее масло собственного приготовления. В общем, берется молоко. Я делаю так. У нас нет у нас нет сепаратора, я бегу, даю коровку, которая стоит домашняя в стойле. Оставляю молоко на ночь в 3-литровых банках. Потом собираю сливки, там сверху сливки оттаиваются. Потом эти сливки отдельно убираю, они
сливки, немного тверже становятся. Да, вот они сливки, они вот за неделю потвердеют в твердую сметану маслянистую. Я беру, маленько добавляю соли и начинаю ложкой сбивать, просто эту в одну емкость уже сметану. Там образуется кусочек масла, я подпорез ее, и все, и вот этот жижка. То есть масло, патока, как она, патока, ой, не патока. А подмёрт-то зачем ты вбиваешь? А подмёрт, чтобы у меня так... Ты вбиваешь, у тебя образуется кусочек масла и пакта. И пакта вот это в жидкости половая. Ну, жидкость, да. Пакта она, да. Очень полезная, очень питательная. Да. Так что... Если масло дома, значит домашнее. И дома там. И не переубедить. Можно и так понимать. Ладно. Так, сыночка мамкин помощник. Так. Что тут у нас? Вот такая красота. Красота. Вот Галина идет на кладовую. Вытащить. Сейчас вытащу. Ну что там опять окно-то закрыто? Такая жара, окно закрываете. Все понятно. У нас здесь долгоиграющий салатик, многослойный. Ложка. Всем ложку. Да. А пусть они лежат там, кто надо, что возьмет. Тебе положить? А? Да я сам выйду. Ну, ой, все. Маленько я вот так притяну. Что-то мы ни пробочку, ничего не порвали. Да, я что, жара такая. Быстрее поесть, поесть, да, это. Так, покушать, всем приятного аппетита. Да, то есть всем приятного аппетита. Приятного, приятного. А мне тут просто порезала это. Огурчики,
лежа огурчики. Домашние. Огурчики домашние без химии. Фигать два штучки. Ешки. Ай. 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 Был маленький хлебушка. Угу. Это у тебя целовать это ухо. Что тогда один самый большой огурец надо оставить, пометить? Зачем? На семена. Игорь, это, понимаешь, это был бы домашний нормальный огурец. Это эти, как ты понимаешь? Гибриды, они с гибридом они... ничего не будет. Не они это. Они? Был бы деревенский обыкновенный огурец. Вот они продают? Можно было бы семенник оставить. А это бесполезно. Ну, они... ничего не это, не это, ничего не будет. Они... Ну что ты споришь, сидишь, боже мой, один. Ну оставляй, потом выкинешь его. Ну какая разница? Один продают вот такую упаковку. Тебе говорю, что сейчас все с буквой F, они не это. Они все гибриды. Ты видел хоть один нормальный огурец, хоть и помидор, хоть капусту, хоть кабачок? Они все гибриды. Я не знаю, где они семена берут у них. У них там загарники, наверное, простые вот эти вот есть, что ли. Оставляй. Когда огурец будет переросток, да. А там семян не будет. Вот это что? Вот такие вот что попало, будет и все. Да вот семена. Надо, чтобы это самое. Нет, чтобы большой. Большой. А ребята, видите, где семена? Посмотрите, где семена. Игорь, ты что? Что? Не видел, что ты будешь варить? Вот они, семена. А где они? Семена. А что это? А это что попало? Он просто еще не вырос. Что это? Он просто еще не вырос, не зажелтел. Потому что, мам, они... Да оставляй, оставляй, что с тобой спорить? Продают 50 рублей за 3 семянки. Ё-моё. По 30 рублей за 3, ну, за 3 максимум согласна, 5 семянок. В деревне там семена, семенки вот такие вот лапти. Там они потом желтые уже, до того мягкие становятся, что ты выпускаешь их, разрезаешь, там такие семена настоящие. Да. Оставим один. Оставляй. Один оставляй. Что тут будет? Где? Там и будет. Угу. Самый толстый будет помидор. Угу. Ой, огурец. Самый толстый большой? Да. Вообще продажа семян выгодный бизнес. В одних туда... упаковках открываешь, вот такая упаковка там здоровая. Там еще напихают туда где-то семян. Цветная, две семянки, смотришь, думаешь. Которые не схожи, вообще классно. Значит, купишь еще. Обдуривают вообще, на что браться. Бизнес ни на чем не делание. На что гарант. Пасуду вы готовы? Да, готовы. А это кабачки эти маленькие вообще. А кабачки не чувствуются. А я их еще подтерла. На белинах вода. Ну я маленький положу.
Выкладывай. Не надо, что я? Ну, ты не надеюсь, дадим это. Дадим, что? Ну, как огурчики не будьте. Это огурцы хорошие. Огурцы, потому что без химии они хорошие. Да, мы ничего не поливали. Я вообще никогда ничего не поливала. Я единственное, золой поливала. Королевком. А что будет? А химии только я никогда не поливала. Самое хорошее удобрение короля. Ну вот у нас, он видите, сгорит, Игорь может, посадил. У нас коровика может сгореть. Вот этого. На глину. Эти. Сколько там у тебя? Кого? 9 кустиков этих помидор. 10 сломанный был. Но он тоже его воткнул. Он там стоит. Побить. И 8 кустиков этих. Перца. Они сидят на глине. Это глина. Ну перец вообще, перец прет. Вот для ну, соседство, значит это, значит они соседство выдерживают помидоры и эти перца. Они прут вверх. Там двойные эти появляются. Ну там я смотрю уже это цвести начинают. Там не свести, там уже плоды. Так там мало, один или два увидела я. Где ты увидела? Там ну как, где у меня что, глаз нету, что ли? Как, где я увидела? Там больше за домом? Там на перцах больше 10 плодов уже. Чего? Кстати, вот эти кабачки, это... там два, это, два вида, что ли, кабачков. Короче, там зелень большущая. Которые первые вот эти вот кабачки, там мало очень кабачков, там одна зелень. Но те, которые вот вторые, там хоть маленькая это, цветочки и завязи есть, кое-какие. Нам много их и не надо. Да кабачки-то куда их девать-то? У меня там я еще сорвала кабачок, с яйцами поджарить, вот типа пюре. Внутричка, внутричка. Никому добавки не надо? Нет. Я уже вот это вот налила. Кстати, где песок, там и все хорошо растет. У нас нет песка, у нас глина. А песок и глина, откуда у нас одна глина? У нас суглинок, у нас смесь песка с глиной. На песке вообще хорошо должны расти арбузы. Арбузы. Ничего есть, то есть. Это вот дорожно, ты не щекотно, надо вообще вот это вот разбирать, а это и капывать, или что делать, где это все. Думай, думай. Будешь думать, да. Что-то я наелась тут. Наелась, наелась. Кстати, сырный соус чувствуется? Ну это вешница. Что? Не понравилось? Чувствуется, говорю. Там внизу вот где вот там. Первый слой картошечки нижние, потом лучок и это фаршик. Там я майонезом маленько полила. А вот этот вот слой здесь опять картошка, лучок, кабачки и чесночок. А здесь вот этот слой перемещала сырным соусом. Хотела помидорки поить. Могу хочу помидоры поить, хотя и все нет.
хорошо. Вкусно. Не, ну это нормально, что оно обыкновенно получилось. Необыкновенно вкусно. Мне хорошо получилось. Съешь ее охота еще. Просто жарко. Ну ничего, сейчас август придет, прохладнее. Дожди бы пошли. Зубарев уж наел. Давай, отпускаю. Все-таки картошку надо полить. А то она, во-первых, сварится. Я вчера поливал вечером, ночью. И сейчас это... Сейчас не надо, она от наоборот... От земли сварится. Она горит. Сейчас а ее не надо в жару-то поливать, Кума. Ее или рано утром поливать, или поздно вечером поливать. Или вечером. Ну, а ты только да, не боится, я тебе скажу. Готовиться будет. Всю жизнь на поле. Всю жизнь на поле садили. Там вот эта поливочная машина, он ее заводит. Вы всю жизнь садили, вы приезжали, когда садили и когда копали. Все. На поле. А грибать, ой, это самое. Колоть. Кушай. Колоть. Кушай. Там поливочная машина, она встает. Кушай. И пошла на два плеча. Да, в канаве. С канавы у нее это самое. Крылья такие. Да-да. На две стороны. Знаешь, не везде были. Где-то были, где-то были. Их с поля на поле перегоняли и поливали. Ой. Видишь, тут либо уродится, не уродится. Кто-то ходит, пылинки сдувает, огребает 20 раз, все сорняки убирает, поливает. А и его вот такая ерунда вырождается. Кто-то вторую посадил вместе с травой, да? Потом да, ищет, больше. Копает. Да, я и говорю, сухие реки, и картошка больше. Приезжают копать. Все. В траве где ищут. Там сорняки, боже мой? В траве ищут, как вот эти вот заросли, вот. Да. Ползают. Ну что ты говоришь, там не рассказываешь, сидишь. Можно подумать, что вот вы ездили в регистрации мимо. Все. Там трава же быстро вырастает. Это у нас... Огребать огребали эти, купали, а полоть ездили. Бывает, что в траве ищешь, ползаешь, да. Там двухметровая трава. Картошка больше у того, чем у этого, кто ухаживал. Ой. А баку, да, кстати, не видно, она высыхает, как веточка, если. Высыхает, да. А всю мы вот эту сейчас свою картошку здесь что купили. Все, покупать будем. Больше мы уже не будем. Не, мы не будем больше покупать. Какая есть, все будем. Да, да, да. Копать и все. Пошли они нафиг с этими ценами. Ой, сильно это кусается. Пусть даже вот такая, мы и такую съедим. За милую душу. До осени все равно осень, а дай бог хоть август продержимся, а там осенью все равно будут, на зиму-то все равно будем покупать. Так радно, но это сильно это. Да. 4 картошины 170 рублей отдавать, это сильно. Картошка золотая будет. Да. Мясо. Ой. А без картошки тоже куда? Без картошки, как без хлеба, ни туда и ни сюда. Я говорю, что картошка второй хлеб. Ну согласен. Ладно, покушали. Слава Богу, Бог навидал, никто не видал, а увидел, не обидел. Постелишь, тебе надо вот этот лимон засахаренный сегодня доить. Ну, стоит засахаренный лимон. Я вот хочу чаю. Постелишь, там оставил чай, рука, Игорь, посмотри, это гринфилд, по-моему, надо купить. Хороший, говорит, чай. Какой вот этот? Наверху, вон, наверху, там, где сахарная пудра, где-то он туда закинул. А я не знаю. Наверху, где сахарная пудра. Да. Самый вес. В коробочке. Надо купить будет такого. Чай, он вообще без этого. Без всего. А где ты? Куда? А, вот такой надо купить. Как он называется? Типа, это ты Golden Ceylon. Да, черный чай. Вот ты покупал это. Она большая коробка. Там, по-моему, 100 пачек. Черный вот Golden Ceylon. Без запаха, без этих вот, безо всяких. А такой купить просто и все. Да, он черный самый. Он хорошо запаривается. Да, и мы, ну, это все равно будет. Вкус чая.
больше не надо это. Вот такой просто чисто черный. Без этой химии, без этих химозных добавок, без этого всего-всего. Всего. Ладно. Все, с вами была ваша любимая, самая дружная семья на свете. Сейчас я начну позицию. Я когда Игорь Попеню дособирал, я говорю. Да. Ой, извиняюсь, уж так, что ты что. Ну все, всем пока-пока, Владимир Васильевич. С родиной. Пока-пока. Да, сейчас тоже чайку попьют молоком. Смородина, жизнь. Да, завтра видно будет. Ой, завтра не знаю, хочу это мне вишня. Хочу завести тесто пирожок. Хоть бы вечером пришел дождь и все, чтобы земля была более-менее. И надо салатики делать, у меня там это. Из чего ты хочешь делать? Ну, у меня есть фасоль, есть сосиски. Грибы, по-моему. Шампиньоны, по-моему, еще. Да, там мороженое. Есть еще там три салатика. Ну, это каждый день надо готовить, чтобы не портилось там. Так, вот мы плохо едим салаты-то. Вот пойми, что плохо едим. Ну, помаленьку я буду готовить. Конечно, помаленьку. Все равно для однообразия. Чего мы помаленьку едим, да и все. Ладно, Владимир... Вчера вечером ел этот салатик. Ну, он, в принципе, не плохой. Нет, он хороший. В принципе, вкусный. Я вот сейчас чаю напьюсь, а вечером еще, может быть, что и помидорки. Вот, ну, а вот это помидорки поим, и все у меня. Молока попью. Кстати, надо молока и типа... Ой, кошмар! Уже вторая бутылка. Это, бесконечно пошла. Уходит молоко. Да, потому что и кошка, мы пьем с Васильичем, и кефирчику, и кефирчик вчера Васильич это. А там было-то немножко что-то. И может ты сегодня сходишь Игорь? Не хочу. Вечером. Не хочу. Потому что должно это простоквашино прийти. Мне завтра и тесто заводить надо будет на молоке. Ну, короче, посмотрим. Посмотрим, что заглядывает. Может, эти отварим пельмени, вареники, да и все. А на чем я кисто буду заводить? На водичку? А, ты на молоке? Я на молочке, да. Все, всем пока-пока. Вам, Галина, пока-пока. Владимир Васильевич, пока-пока. Всем мира, добра, удачи. Всем пока-пока.